Чем это коньяк, не знаю, наверное, я что-то как бы... Я с праноедами тусовался. Да, вот я тусовался с праноедами. Мало ли что. Да. И я как бы... Что от вас ожидать, ребят, я не знаю. Да. И, блин, тело просто вообще, оно совершенно другое стало. Как бы, и вот, ну, блин, да. Как-то, я не знаю, как это объяснить, но попытаюсь. Так уже говорить, да? Ну, вообще можешь сказать, например, как тебя зовут? Откуда ты приехал? Меня зовут Андрей, я приехал с Минска. Как дела в Минске, Андрей? Ну, хорошо. Здесь лучше. Здесь аура такая вообще, нервник, я не знаю, как это обозвать. Вот. Я буду говорить, как есть, да? То есть вот. Нет, соври. Соврать? Нет, я не буду так говорить. Конечно, только как есть. Да. И когда натянули этот купол. Какой купол? Ну вот как бы так защитный назовем так, да? То есть. Как ты это почувствовал? Да это ощущается телом, настроением, ощущением, просто вот... Ну мы переводим, да, на общедоступный язык, это про поле, да, определенное поле, которое здесь в пространстве, ты приехал и ощутил пространство, там, мероприятие, ретрит. Да. Ну и по ощущениям могу сказать, что все процессы, которые, как говорила Светлана всегда, что на ретрите и под ее полем, ну или как правильно сказать, или рядом, я точно не знаю, как это назвать более правильно, под ее полем, воздействием, да как угодно это можно назвать, происходит в разы лучше. Ну, я бы сказал, не в разы, в 500 раз лучше. То есть, как бы... 500 раз лучше что происходит? Да в любые, допустим... Волосы растут? Я буду... Хорошо, ладно, да волосы растут. Давай буду говорить уже более, так скажем, правдиво жестче, скажем так. Скажите конкретно. Хорошо. Например... И я вообще очень легко, прям вообще легко, не заставляя себя, не ел практически. Ну вот в прямом смысле. Вот все вот эти 3 дня, в прямом смысле, я только поел пару бананчиков, там, наверное, штук 6, наверное, все эти дни, чай с печенюшками и все. За неделю, да? Да. То есть никакой вот такой неваренки, да, серьезно, никакой неваренки, ничего, вообще ничего не было. Вообще, я такой, ого. А ты дома обычно на каком питании? То есть там, ну, стандартные какие-то там... Обеды, ужины, да, вот такое. Ну, да? Нет, тоже как бы лайт, но там невозможно это держать. То есть здесь вообще вот просто и все такое. Не было да голода, ладно. Да? Не было голода. Очень редко там 1-2 раза встречался, но, ну, в смысле, всплывал, скажем так. Ну... Привет, Андрей. Чего? Голод. Привет, Андрей. Да. И вот, и очень-очень-очень круто. То есть прям вот... Этого не понять, пока не ощутишь этого здесь, то есть... Если бы ты описал Свету каким-то вот одним словом, ее какое-то качество, из-за которого ты привлекся к ней, вот если бы это было какое-то одно слово, какое бы это было слово? Слушай, ну я сначала, можно, давай скажу обо всех, а потом как-то вот... ладно, если вопрос уже хорошо. Это какой-то теплый, нежный, мягкий человек, который, несмотря ни на что, он просто тебя любит. Ну, это так ощутимо, я не знаю, как это объяснить. Я это понимаю, я это ощущаю, а я не могу это передать. То есть, и я четко понимаю, что, несмотря на то, что я здесь был, вот это все время, то есть... Я не смог дать это взамен, я четко это понимаю. То есть, ну, понятно, по каким причинам, почему я не смог, это я для себя. Хотя могу сказать, то есть я не умел этого делать, я был неискренний всегда. То есть, моя, ну, такая жизнь, ну, образ жизни, там, назовем это так, моя неискренность, ну, привела, скажем, меня к такому образу жизни, ну, и, собственно, я оказался тут, вот, и поэтому, вот, что так вкратце по поводу Светланы. Я бы на самом деле еще хотел добавить по поводу Ирины, как бы. То есть... Мы потом вернемся, да. Uh-huh. Не мог бы ты чуть-чуть нам приоткрыть, если захочешь. Попытаюсь. Чуть-чуть своей личной жизни, личного пространства поделиться каким-то ценным инсайтом, переживанием, которое здесь ты получил. Вот такое прям для тебя важное. Ну, такое небольшое, ну, скажем так. Удивление будет, кто будет смотреть, если кто-то будет смотреть этот отзыв, то по сути много как бы информации, такой вот прям вал, сейчас поймете, к чему разговор идет,
не дает. Она очень много говорит в бесплатных эфирах. Вот реально очень много. Просто это надо услышать и вытянуть. Ну и, соответственно, там распаковать, если это надо. Вот. Тут больше, на мой взгляд, для меня было ценно очень... Информация понятная, информация. Она, кстати, она здесь усваивается, блин, прям в разы, вот, то есть прям в разы круче. То есть, например, если мне в городе надо было, к примеру, усвоить какую-то информацию, условно говоря, мне там уходило там месяц, то здесь просто так, опа, она там, ну, условно, там, 10 минут, и ты такой, оп, и вот она как бы тут. Что мне здесь дало, вот прям практики этот... Бубен последний был, смотреть в клетку, да. Ну, да, да. Клеточки, да, клеточки. Медитация с бубеном на клетке. Да, да, вот мы когда эту штуку сделали, то есть я могу описать свои ощущения. Нет, я не смогу их описать, потому что надо прочувствовать. Это, ну, это очень крутая штука на самом деле. Это прям ощущение, вот оно просто тело другое, вот это, грубо говоря, как... Да не грубо говоря, это просто другое тело было, да. А еще смотри, ты начал говорить о том, что много информации в бесплатных эфирах, но на ретрите здесь ты получил что-то другое. Ты как бы хотел вот продолжить эту мысль, что ты хотел выразить этим? Ну, что ретрит — это несколько другое, да, что, в принципе, информации много есть и в открытом доступе. Да, однозначно, 100%. Да, да, что ретрит — это про другое. Ну, по-другому, она воспринимается по-другому, то есть она усваивается, воспринимается скорость. То есть это, грубо говоря, в городе мы на Запоре, на Запорожце ездим, а на ретрите мы прям на самолете, ну, вот в таком плане. Вот что имеется. Вот что. Я одну и ту же информацию, например, слышал. Я, кстати, всю информацию, которую здесь слышал, я ее вспоминал, и такой, я что-то смотрел. Я что-то, блин. А тут такой оп, и все. И она как бы... Распаковалась. Да. Но опять же, я словил себя на таких состояниях, что были состояния, что я не успевала. Просто меня, блин, накрывало. Я сидел в каком-то таком непонятном, хрен пойми чего. То есть, ну вот, да. Расскажи, как для тебя прошла практика с гвоздями, взаимодействие с Ириной Дмитриевой. Хотел уже тебе не терпелся мне сказать. Вообще, не сдерживай себя. Да, 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 да. Ну, что, как бы, я когда записался на гвозди, было двух. Вообще. Ладно. Как рассказать это кратко, да? Это невозможно, да. Это невозможно сказать кратко, да, на самом деле, действительно так. И я когда уже знал, что я пойду. Я четко понимал, я прям уже в открытую всем говорил, вот даже Ирине, вот кто рядом и кто был, кто шел на гвозди, я сам понимал, говорю, что а я не хочу. Я так и говорил прямым текстом, а я не хочу становиться не потому, что я боюсь, а потому, что я боюсь себя старого терять. И я четко понимаю, что это не я боюсь, а мой старый. И мне кто-то там с коллег там спрашивает, там я, так а что ты боишься? Так а мне мое болото как бы круче, как бы, что мне его как бы терять-то, собственно. То есть, ну, вот такой момент. И это четко понимал, вот прям вот, вот идешь на гвозди, тебя так на лопатки положили, все. Либо как бы, либо гвозди, либо обратно, ну, в болото. Мощная, да, практика, да, такая? Да, очень-очень-очень мощная. Энергетически очень мощная практика. Да, и, блин, ну, как бы, на самом деле, когда все это началось, ну, это не описать, на самом деле, не передать на видео, но это было супер бомбически. Я был удивлен тому, когда я стоял на гвоздях, когда вот Ирина помогала, вот все эти вещи там, ну, это не описать. Ну, в общем, она помогала. Мы держались как бы так за руки, то есть там, да. То есть она говорила, можно там брать, как бы, чтоб... Ну, делай, как тебе удобно, чтоб... как-то, грубо говоря, опора какая-то. Да, да. Ну, я же там, как бы, мужчина сам же по себе, то есть он, ну, как это объяснить? Ну, это... Кто-что? Не знаю, как это объяснить. Так скажи. Мне было страшно ей навредить. Ну, то есть, я вот держал ее. Ты боялся опереться. Тебе было не очень необычно опереться, что она женщина, да? Да, 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 да. То есть, если бы там, грубо говоря, я там за стол бы, да, или что, то есть, я бы мог там уже... А так хрупкая девушка, да? Я понимал это, я себя контролировал. И были такие прекрасные моменты, когда я...
Блин, я ее там обнимал уже, облепил ее там со всех сторон, там это видео, там и сверху, и снизу, то есть там я потом пересматривал видео, мы там смеялись просто, я даже сам смотрел на это видео, такой думаю, блин, как так? Ну, в общем, ну это было круто. Андрюх, ты красавчик. Спасибо. Блин, ну, я как вспомню, и в общем, были такие моменты, когда я ловил себя на мысли, я же понимаю, что мне надо держать вот этот, ну, контроль, что... Я просто смогу неосознанно силы сдавить, и ну, там просто как бы рука будет синяя, ну, в Ирине. И опять же, такой был классный момент, что я, ну, буду говорить, как есть, я старое болото, борюсь, и она вот такой взгляд, я не знаю, как это объяснить, передать, я вот так стою, и она стоит, я, получается, немножко выше, и она смотрит с глазами на меня, и я понимаю, что... Что бы я ни делал ей, ну вот с вот этими всякими движениями, то есть, что бы я ей ни делал, она так смотрит на меня и говорит, так все прекрасно, она меня любит, ну в таком плане. Принимает и любит. Да, блин, это так кайфово. Это так кайфово было вообще, прям, я такой, блин, думаю, ё-моё, я, что я до этого делал, если есть вот такие замечательные вещи? У меня прям мурашки. Ну, это хорошо. Это хорошо. Ты так сильно об этом говоришь. Так, так это было вообще круто. Это было круто. На самом деле это дорогого стоит. Я не был опыт в жизни, когда я почувствовала, что меня принимают. Да. Это, возможно, я сейчас поэтому так резонирую с тобой, этими мурашками. Ой, это очень крутая штука, блин. И вот я вот почему-то, вот, блин, не дожал это, на мой взгляд. Вот прям не дожал. Хотя Ирина сказала, типа, ок. Но я понимаю, что нет. Ну вот что-то внутри вот надо было, блин. Ну, это я спасла. Слушай, ты просто такой перфекционист, я вот наблюдаю за тобой. У тебя всегда какой-то есть момент, вот еще надо, вот еще, вот еще не дожал, еще вот здесь. Ну, оно по ощущениям было. Это ощущение. Вот, например, если чай попил, окей, ну, к примеру, то, да, то есть все, ох, типа нормально. А бывает, чай попил, ты говоришь, вот еще хочу. Вот я чувствую, например, еще кружку, чик, я вот прошла. То есть еще гвоздей. Да, еще дольше. Или дольше просто. Ты какой-то гвоздезависимый становишься. Ну, блин, ну там прикольно. А и плюс Ирина попробовала на одном мне с такой... Да, кстати, вот да, интересный да, момент. Да, дорожка да. Из гвоздей она тебе сделала. Да. Там с одним гвоздей. За одним гвоздей ты пошел на другие гвозди. Да, более разуплотненные, точно. Это типа старый я, переход в нового я. Просто люди, кто не был на гвоздях, это просто жесть. Шагнуть с одних на гвоздей на другие гвозди. Да. Ну, чисто физически это, да, такое. Ну, это было круто. Я вспоминаю все ощущения, что отрываешь ногу от гвоздей, и он отрывается, как бы, ты такой, ты понимаешь, что там еще больнее будет. Ну, условно говоря, больнее. Ты такой ставишь туда, ты такой... А Ирина говорит такая, ты неправильно ногу поставил. Это же оторвать ногу надо и оторвать заново и поставить. Оторвать и заново поставить. И ты ставишь старые дырки, такой бамс, и такой, блин. И такой, давай. Ирина, и... она такая. Блин. Андрей, а игра, которую проводила Ирина? Игра «Радуга». Игра «Радуга» Ирина. Она как бы, да, она психологическая более, да, понравилась. И когда, например, вот что-то мы прорабатывали, играли, ну, я, на самом деле, там немножко разрывно был, я там отходил, вот, там, на консультацию, поэтому я так особо сильно не участвовал. Ну, что понравилось? То есть, опять же, с игры больше, есть нюанс, есть, я нашел подвох. Сейчас. Когда куча людей, она больше воспринимается информация, нежели, вот, я про игру. Так. Ты думаешь, что я плохое что-то скажу? Нет, я просто заинтересовалась. Ну, то есть, вот игра, я вот такие похожие игры, ну, не так масштабные, поменьше имеется в виду. Играл, оно, ну, лило, оно распространено, оно же там в каждом киоске, условно говоря, продается. То есть. Ну, у Ирины похожая традиционная. Ну, только больше, она другая. И через нее больше вот игра и плюс коллектив. То есть, чем больше людей, тебе показалось, что это эффективнее для каких-то осознаний? Однозначно. Да? То есть, у меня даже были такие моменты, я лежу, ну, я вот по себе знаю, что если какая-то информация входит или что-то осознаю, понимаю,
как-то начинается перегруз, и такой хочется, ну, прилечь, заснуть, ну, типа отдохнуть, потому что мозг как оп. Да. И вот этих мощей, да, вот этих моментов было очень много. То есть я что-то понимаю, она просто про других рассказывает, там, например, информация, поток. Да. И я такой, оп, что-то все накрыло. Я понимаю, что такое, оп, прям там же лег, то есть полежал, там, не знаю, да, ну, здесь, наверное. Андрей, а еще консультация со Светой же у тебя была лично. Да, и консультация со Светой. Мои личные ты ощущения. Думал, да, я помню, ты думал идти, не идти, в итоге решил пойти. Я нашел, в чем причину. Мне, во-первых, Светлана сказала, оказывается, боялся не я. Я не буду уже говорить как бы на камеру, это, я думаю, лишнее будет. Нет, конечно, только то, что можно, сказать, обнародовать. Это был не я. В сомнениях ты имеешь в виду? Нет, в страхе. Я прям так и сказал. Я немножко обрисую картину, как бы, да, то есть, а уже углубляться, я думаю, нет смысла. Конечно. Я там на втором этаже, где вот кусок дивана этого, ну, там. Кресло? Да, кресло. Кусок дивана, да. Это кресло. Да, ну, кресло. Выражаясь мужским-то языком. Да, но оно такое классное, удобное, коричневое, вообще, ну, ложится. Просто офигенное кожаное огромное кресло. Да. Перевожу на русский. Да, и я пришел сюда спускаться на занятия. Смотрю, здесь Светлана проводит эти... Консультации. Я такой, ну что, я там йогу делаю, типа, ты, кстати, йогу сделаешь. Я, да. Я все время хотел попасть на йогу, но я мне так лень себя было заставить. Не мог, да, утром никак собраться, да? Да. Я жду тебя в онлайне. Я пойду, я постараюсь. У меня будет лень очень сильно, но я сам себя запрограммировал, у меня будет очень сильно лень. Да. Так вот, давай лучше продолжим про твои сомнения и страхи, то, что мы начали с консультации. Да, я посмотрел, ты делаешь йогу, Светлана, я такой, ну что, буду мешать-то? Пойду наверх, в номер обратно не хочу. И такой, типа, оп, лег там, и сижу, что-то залипаю в телефоне, да, то есть, ну, Светлана закончила консультацию и идет. А я такой, как бы, настроение нормально, все хорошо, как бы, да, все замечательно. Я такой, бац, и начинаю резко бояться. Я такой, и у меня внутри такой, я боюсь, такой, меня вскроют, там что-то. Я такой, так и в голове, такой, меня вскроют, там что-то. И такая ненависть, и такой, ну, я в конце свидания это говорю, я такой, говорю, Светлана, ну, типа, я вас ненавижу, ну, условно, ну, это в голове. И я такой, она зашла в номер, я такой, что это было? Я такой сразу вот эту штуку записал, мысль эту, то есть все, вот эти все записал. Ну и когда была консультация, я прихожу, я там такой список сейчас составил. И когда мы начинаем вещи говорить, она мне сказала, почему, ну, почему я так думал, ну, почему. И когда я уже это проработал, убрал, ну, неважно как, то есть это уже не столь важно, я уже когда приходил на консультацию, я сижу, я понимаю, что у меня этого нету. И она мне потом отвечает, почему у меня этого нету. Ну, вот этого страха и всего остального, почему я так думал. Это был не я, оказывается. И я сижу с ней, разговариваю, такой вот. Ну да, вот так вот. И единственное, что... Вот что мне хотелось еще добавить. Я все-таки не до конца... Я еще не научился до конца быть искренним. Да, точно. Ну, понятное дело, что я когда приехал... Я, к примеру, там, искренность была у меня там, вот столько, например, там, то вот к концу, например, вот или сейчас завершение вот всех мероприятий, то есть, ну, вот, искренность, ну, в разы увеличилась. Ну, не прям там, во, ну, как бы, то есть, уже увеличилась. И вот, да, вот это такое, скажем, небольшое сожаление тому, что, ну, я, наверное, скорее всего, просто не смог, не справился. С собой не успевал, может быть, как угодно. А может быть, это просто еще какой-то определенный потенциал для развития, который ты сейчас видишь? Возможно, да. Скажи, что бы ты напутствовал тем, кто вот сейчас смотрит твой отзыв и вот наткнулся на него каким-то образом? Что бы ты сказал этим людям? Возможно, эти люди тоже думают, ехать им на ретрит или нет. Ну, может быть, не думают, просто случайно смотрят. Я понял. Ну, если хотите оставаться в своем мире, в своем болоте, не стоит вообще сюда ехать, абсолютно. Это факт. То есть, да. А если хочешь, или, например, хочешь как-то быстро поменяться и все остальное, то есть, не то, что там... Опять же, чтобы надежду там не возлагать. Приехал, ноги положил там на аквариум, вот на этот, к примеру, да? То есть, делайте, я ни хера не буду делать. То есть, так тоже не прокатит. То есть, если хочешь поменяться... Если хочешь что-то развиться, внести новое или узнать
узнать себя поближе, то обязательно надо ехать. Это факт. Почему? Потому что все совершенно по-другому. То есть однозначно в городе, я думаю, что скорее всего в любом городе, это по ощущениям, то есть такого эффекта вообще не добиться, это факт. И обязательно нужны, ну, будем называть это проводники. То есть вот на данный момент Светлана и Ирина, вот то, что через что вот мы прошли, скажем, по факту, и это было вообще пушка. Андрей, я тебя благодарю за этот отзыв. Благодарю, что ты к нам приехал. За твое классное такое, знаешь, френдли настроение. Ты просто такое солнышко сам, которое всех объединяет вокруг себя. И, конечно, отдельное спасибо за танцы. Какие танцы? Танцы вчера, которые... Крейзи танцы. Когда стоят на гвоздях, а мы там с ума сходим. Да. Это было, да, прикольно. Да, это было прикольно. Спасибо, надеюсь, увидимся на следующих наших мероприятиях.